Дорогие друзья, разрешите вас поздравить подведением итогов конкурса 22-го сезона конкурса Golden Time. Огромное количество участников принимало участие в этом конкурсе, и очень много талантливых ребят в разных возрастных категориях. И поэтому было очень сложно подводить итоги и просматривать еще раз и еще раз эти работы. Но все же хотелось бы отметить от себя лично и от лица Московской галереи Art Gallery Everyday наиболее удачные работы, которые заслуживают 10 баллов. Это Халилова Диана, Ерофеевский Никита, Александра Черниченко, Алиса Петрунок, Анна Максимова, Пушкина София, Маргарита Пендур, Солодкина Светлана, Максимцева Анна, Александра Тополян, Лилит Иванова. Поздравляю всех участников с участием в таком великолепном конкурсе. Добивайтесь все больше и больше новых успехов. И ждем вас на новых конкурсах и на наших площадках Московской галереи Art Gallery Everyday. Всего вам доброго! Добрый день, дорогие участники международного конкурса Golden Time Parenting. Меня зовут Ксения Роми, и я являюсь членом жюри конкурса. Спасибо вам огромное за участие в этом замечательном конкурсе, за ваши потрясающие, вдохновляющие работы. А в 22-м сезоне было неимоверное количество художников, которые хочется отметить, но я назову лишь некоторых. Это Елена Самсонова-Гайдай, Лариса Лахвин, Людмила Байкова,